Я рада приветствовать всех на своем канале «Вязание крючком» с Ириной Булановой. Сегодня мы будем рассматривать узор для пуловера. Узор несложный, легкий, рыхлый, двухсторонний. Это изнанка. Она определяется у нас по низу. Это лицо. Ничего в нем сложного нет. Вяжется быстро и легко. Раппорт узора 8 петель на 2 ряда. Для примера нам надо набрать 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Один раппорт есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И одна петля. Мы набрали 17 воздушных петель. Держим петельку, набираем одну воздушную. И в ту петлю, которую держали, мы провязываем столбик без накида. Заходим в следующую петлю и провязываем столбик без накида. И так до конца ряда. Провязав ряд столбиками без накида, мы заходим в последнюю петлю, вывязываем столбик без накида. Мы с вами связали первый ряд. 3 воздушные петли подъема – это начало второго ряда. Переворачиваем работу. И в этот же столбик, вот в это место, мы провязываем 2 столбика с накидом из одной точки. 1 и в эту же точку 2. Пропустив 2 столбика внизу, 1, 2, мы заходим в третий и вывязываем столбик без накида. 1. Вот что получается. 1 воздушная. Пропустив 1 столбик внизу или 1 петлю, мы заходим во вторую и вывязываем столбик без накида. 1. Пропустив 2 петли внизу или 2 столбика, кому как удобно, мы заходим в третий и вывязываем 5 столбиков с накидом из одной точки. 1, 2, 3. 4, 5. Мы с вами провязали 5 столбиков с накидом из одной точки. Далее мы пропускаем 2 столбика или 2 петли, заходим в третью и вывязываем столбик без накида. 1. 1 воздушная, пропускаем 1 столбик, заходим во второй. И вывязываем столбик без накида. В конце ряда, пропустив 2 столбика, мы заходим в последний столбик без накида и вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 2, 3. Мы с вами связали второй ряд. 1 воздушная петля – это начало третьего ряда. Переворачиваем работу. Мы только что провязали 3 столбика с накидом из одной точки. Заходим в арочку между первым и вторым столбиком и вывязываем столбик без накида. 1, 3 воздушные петли. У нас осталось в элементе предыдущего ряда 2 столбика с накидом. Нам надо сейчас провязать между двумя этими элементами предыдущего ряда 5 столбиков с накидом с одной одной вершины. Мы заходим в первый столбик, не довязываем столбик с накидом, оставляем на крючке. Мы вывязываем второй столбик
с накидом оставляем на крючке. Теперь мы заходим в столбик без накида в предыдущем ряду, вот так, и не довязываем столбик с накидом, оставляем на крючке. Заходим в следующий элемент, в первый столбик, не довязываем один столбик с накидом. Заходим во второй столбик этого элемента и вывязываем столбик, не довязываем столбик с накидом. На крючке у нас сейчас 6 петель. Мы одной петлей провязываем 5. И следующей петлей мы провязываем 2 петли вместе. Мы с вами провязали 5 столбиков с накидом с одной вершины. 3 воздушные петли. Теперь в предыдущем ряду у нас есть большой элемент. 2 которых мы сейчас провязали. У нас есть третий столбик. Мы заходим между вторым и третьим столбиком в арочку и вывязываем столбик без накида. 1. 1 воздушная. Пропускаем третий столбик и заходим между третьим и четвертым. И вывязываем столбик без накида. 1. 3 воздушные петли. Тут же прям в этом элементе мы заходим в четвертый столбик и не довязываем столбик с накидом. Оставляем на крючке. Заходим в пятый. Не довязываем, оставляем на крючке. В предыдущем ряду у нас был столбик без накида. Мы заходим в него и не довязываем третий столбик с накидом. Переходим в следующий элемент, в первый столбик и не довязываем столбик с накидом. 1. Далее мы заходим во второй столбик элемента и не довязываем столбик с накидом. На крючке 6 недовязанных столбиков, 5 недовязанных столбиков и 1 воздушная. Мы провязываем 5 столбиков одной петлей и оставшиеся 2 еще одной петлей. 3 воздушные петли. Заходим в арочку между столбиком и 3 воздушными петлями подъема. Вывязываем столбик без накида. 1 воздушная. Мы с вами связали третий ряд. 3 воздушные петли подъема. Это у нас начало 4 ряда. Мы с вами вяжем точно так же, как мы вязали во втором ряду. Мы заходим в столбик без накида предыдущего ряда. И из него вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Вот так. Далее заходим в арочку и вывязываем столбик без накида. 1. 1 воздушная. Заходим в следующую арочку по ходу вязания и вывязываем столбик без накида. 1. В предыдущем ряду у нас было 2 столбика без накида и 1 воздушная. Мы заходим в эту арочку между 2 столбиками без накида и вывязываем 5 столбиков с накидом из одной точки. 1, 2, 3, 4, 5. Мы с вами связали 5 столбиков с накидом из одной точки. Далее мы заходим под арочку по ходу вязания и вывязываем столбик без накида. 1. 1 воздушная. Заходим в следующую арочку и вывязываем столбик без накида. В конце ряда
Мы заходим в столбик без накида предыдущего ряда и вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. Мы с вами связали 4-й ряд. 1 воздушная петля подъема, переворачиваем работу. Заходим в арочку между первым и вторым столбиком и вывязываем столбик без накида. 1. 5-й ряд такой же, как и 3-й. 3 воздушные петли. Теперь мы заходим тут же, прям в этом элементе, во второй столбик. Не довязываем столбик с накидом. Во второй столбик не довязываем столбик с накидом. В арочку между двумя столбиками без накида предыдущего ряда вывязываем 3-й столбик без накида. Заходим в следующий элемент, в 1-й столбик, вывязываем столбик без накида. Он у нас по счету 4-й. Заходим во 2-й столбик, в элемент предыдущего ряда. Мы связали 5 столбиков с накидом. Теперь мы эти 5 столбиков провязываем одной петлей. И оставшиеся 2 провязываем еще одной петлей. Мы с вами связали элемент из 5 столбиков с накидом с одной вершины. 3 воздушные петли. Теперь между 2-м и 3-м столбиком мы заходим в арочку, вывязываем столбик без накида. 1 воздушная, заходим после 3-го столбика в арочку, вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Заходим тут же в этом элементе в 4-й столбик без накида с накидом предыдущего ряда. Не довязываем столбик с накидом. Заходим в 5-й столбик этого элемента, не довязываем столбик с накидом. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда, который у нас находится между элементами. Вяжем столбик с накидом, оставляем на крючке. Теперь мы заходим в следующий элемент и не довязываем 2 столбика с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. На крючке у нас 6 петель. Мы сначала провязываем 5 петель одной петлей. И теперь 2. Мы с вами провязали 5 столбиков с накидом с одной вершины. 3 воздушные петли. И в конце ряда мы заходим в 3-ю петлю подъема и вывязываем столбик без накида. Мы с вами связали 5-й ряд. Мы связали образец согласно схеме. Следующий ряд по схеме будет 2-й. Мы набираем 3 воздушные петли и вяжем 2-й ряд. Спасибо, что досмотрели мои видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. Легких вам петелек. А пока-пока.